Приветствую вас, дорогие друзья, у меня на канале. Поскольку предпраздничная суета у всех дома, у нас продолжаются новогодние рецепты. И я вам сегодня предлагаю мариновать вешенки. Значит, у меня сегодня вешенки, но у вас могут быть также другие, любые на ваш вкус грибы. Этот рецепт подойдет для всех, можно сказать, видов грибов. Особенно шампиньон. Значит, для начала, мои дорогие, приготовим маринад. Взяла здесь небольшую кастрюлю. Здесь ровно 1,5 литр воды. Воду добавляю. Значит, 2 лавровых листа, 3 гвоздики, душистый перец и обычный черный перец. Также добавляю кориандр. В данном случае у меня молотый, можете взять горошек. Сюда же добавляем горчицу, тоже горошек. Добавляем соль, сахар. Точное количество всех ингредиентов под видео. Кликните по слову «еще», откроется весь рецепт. Продолжаем добавлять сюда острый перец. Если любите острое, не любите, тогда пропускайте. Поделю пополам. Кстати, этот перец я из морозилки достала. У меня он был, я его заморозила. Хорошо, добавляем лук. На несколько частей измельчим, чтобы он дал свой вкус. Помимо лука добавляем еще чеснок. Тоже измельчу, чтобы дал свой вкус. Но это еще не все. В маринад добавляем уксус. Можете добавить 1 столовую ложку уксусной эссенции 70%. Я сегодня добавляю 6% яблочный уксус. Можно 9%. Хорошо. Уксусом не увлекаемся, это у нас быстрый рецепт, сегодня приготовили, завтра уже можно есть, хотя можно хранить в холодильнике где-то месяц. И добавляю сюда растительное масло, совсем чуть-чуть. На огонь! Пока у нас закипит жидкость, то есть маринад, мы с вами поработаем над грибами. Вот, смотрите, мои дорогие. Есть, естественно, и маленькие плоды, плодоножки, как сказать. И, естественно, большие, да? Такой вид уж грибов. Значит, мы эти большие вот так поперек разрежем, чтобы было удобно есть. И, конечно, надо предупредить, что вот самый вот этот вот корень мы не употребляем, потому что он жесткий. Неважно, кусочки большие, маленькие, они все равно будут вариться в одно и то же время. Очень вкусные грибочки. Если вы помимо, допустим, шампиньонов, не знаю, других грибов не пробовали мариновать такие грибочки, обязательно попробуйте, они очень вкусные. Я бы сказала, чем-то похожи на лисички текстурой. Можете промыть под проточной водой еще, прополоснуть. Продолжаем. Где-то уже 10 минут. Вот так хорошо кипит все это, мои хорошие. Теперь я удаляю все, что добавила, и оставляю только чистый, по возможности, бульон. То есть маринад. Я попробовала еще. Соли всего мне хватает. Поэтому уже добавляю сюда все грибочки. И бланширую после закипания минут 5-7. Они не должны потерять свою хрусткость. Снизу вверх. Видите, они быстренько уменьшаются, этого немного.
какая красота. Теперь буду варить уже без крышки. Наши грибочки сварились. Так ароматно и вкусно пахнет. Ну, очень вкусно. Ну, конечно же, я в кастрюле не буду это все оставлять. Аккуратно кладу в банку. Теперь по желанию, это не обязательно, я снова сюда добавлю перчик. А также добавляю чеснок. Но шпила очень хорошо режет. Слой за слоем. И перец пойдет у нас, да? И чесночок. И лучок. Вот это уже, что хорошо в этом рецепте, что, например, за день, скажем, приготовьте, чтобы уже все остыло, да, и вкусно было. И можно есть. Буквально за день. Через сито добавляю бульон, чтобы грибы все покрылись. Угу, как раз. Вот такая красота у нас получилась. Остынет, накрою крышкой и уберу в холодное место. Пока я для вас снимала другие видео, этот уже успел остыть. Такой запах неимоверно вкусный. Можете, значит, класть в холодильник и сохранять там очень долго. Если, конечно же, останется, потому что, если вы любите особенно грибы, съедите это очень быстро, поверьте мне. Достаю. Посмотрите, это так вкусно. Вот я, человек, который в жизни не любил грибы, никогда бы не подумала, что я их буду есть. Вот такая красота. Такая вкуснота. Их более мельчить не нужно, потому что вся прелесть, я считаю, именно в том, что они вот такие, да, разного размера, такие длинненькие, коротенькие, очень красиво смотрится. Вот посмотрите. Вот эта часть более мягкая, когда ешь, а вот ножки, они немножко такие хрустящие, более жуютельные. Ну, очень вкусные. И лучок промариновался, естественно, в горячем маринаде. Вот такую красоту я вам сегодня дарю, мои хорошие. Вкуснятина нереальная, поверьте. Значит, обязательно я вам попробую. Скажу. Улетают как семечки, про это сказано. Вот посмотрите. Эта вот мягкая часть, она как нельзя хорошо впитала вот этот вот весь маринад, который мы приготовили. И грибочки получились уже с этим вкусом. Ну, очень вкусные. Сочные. Сладкие. Остренькие. Соль на месте. Вот можно вот так вот присесться. Так вот дивана присесться и все слопать. Очень вкусно. Ну, очень вкусно. Вот как-то так. Других слов сегодня я не могу сказать, потому что очень вкусно. Вот кто приготовит, тот молодец. Вот еще раз. Вот такие вкусненькие. Знаете, по вкусу, чавкаю я сегодня, да? По вкусу они напоминают мне можжешь. Если готовили вот свиные ножки, можжешь. Они такие вкусные. На канале есть рецепт, кстати, оставлю ссылку.
Вот чем-то они похожи, потому что они хрустят, как можешь, свиные эти ножки. И маринад у них как-то, ну, похож. Вкуснотища. Все, мои хорошие, таков был наш сегодняшний рецепт. Спасибо, что были со мной, смотрели это видео, вдохновлялись на приготовление. Спасибо за ваши безгранично теплые комментарии в мой адрес. Желаю вам мирных новогодних сует, если можно так сказать, чтобы вы все с легким сердцем, с легкой душой готовились к этому празднику, чтобы у всех все было хорошо. До новых очень вкусных встреч!